Hey, guys, с вами Шумики, и мы продолжаем проходить игру по названию Cat Quest. Ну что, поехали? В прошлой серии мы остановились на том, что мы выполняли квест, связанный с секретным рецептом в западном и северном Лапсе. А нам нужно решить проблему с данным передвижением, потому что это просто ужас. И я еще зашел в тупик. Нифига себе. Короче, давайте сделаем вот как. В этой серии мы сделаем то, что я говорил, когда с вами прощался. Я вообще запутался. Где? Но нам нужно закончить этот квест как-то по-быстрому. А, фу, блин, то на дракона показывало. Я уже переживал, что не в тот поворот пошел. Стоять. Западный Лапс. Ну ладно, если нас все так обернулось, а западный Лапс. Так, что-то тут нечисто. Это что, мне на самый верх, что ли, идти? Вы чё, шутите? Ой, значит, на западный Лапс у нас немножко подождет. Давайте тогда. Я просто подумал, типа, она с братом. Нет, окей. Дракон, мы идем к тебе. Открыть кейсики. Кейсики в квестике. Ну что, давайте посмотрим, что же там нас ждет за 5000 золотых. И давай. И это королевское одеяние. Или королевская одежда. Прикольненько. Давай испытаем удачу за... Давай, за 50. Откроем 4 сундука. Дерьмо. Да. Ну-ну-ну-ну. Доспех. Не очень. Давай. Что же тут? Меч. Меч рыцаря. А, пускай, короче, у нас для них лучше остаются. Я лучше улучшу огонь. Мау, ты же тот давакот, да? Да будь тебе известно, что лучшая добыча добываема в пещерах и подземельях. А, я так просто прочел, что будто лучшая добыча типа в подземельях, все понятно. Погоди, ты уверен? Я знаю, что ты уже убил одного дракона, но это совсем другого дела или тела. Ну, нам надо подкопить силы, много силы. Самый быстрый способ стать сильнее – выполнять задание. Мы уже выполнили задание. Вы о чем, ребят? Да он же ни о чем. Да, он пуляет огнем. Ну, он просто умер. Он просто умер. Мура? Мура? Мы лучшие. Комик-клик. Он херовый. Просто жесть. Не мерещится? Это же твоя сестра. Где? Бу! Ха-ха! Понравилась вам моя иллюзия? Мио, верни ее. Еще рано, маленький дух. У меня еще есть... У меня еще остались два дракона. Следующий ждет вас в воде. Уха-ха-ха! Так, ха-ха-ха. Я прицепил к дракоту волшебный маячок. Теперь этот код данный приведет нас прямо к твоей сестре, драный кошак. Пошли по его следу. Ага, ну, подожди. Сначала. Ага, давай, что тут написано? Справиться с драконами было нелегко, даже великим древним. Но в самый отчаянный момент пришли Давакот. Пришел Давакот. Интересно, а еще есть такие? Мы посмотрим. Так, мне бы на этот сходить еще. Ай, где был мельница? Я хочу к мельнице сходить. Ух ты ж, черт, побери. Давайте, ладно, тут сократим путь через этот лесок. Поболтаем с ним. Мы подходим к запретным равнинам. Они называются запретными не просто так. Если будет слишком тяжело, беги без оглядки.
Они, да, для меня сильные. Ага, руины великих древних. Легенды гласят, этот мир создали великие древние. Но, как по мне, сказки все это. Если встретим чудовищ, придется с ними разобраться. Будем надеяться, что твоя сестра внутри. На 15 уровень. Та-та-та-та. Просто монстры сильные все. Раз, два. Готово. Так, стоять. Там золотой. А. Невидимые стены, я понял. Невидимые стены, здорово. Открывайся. Прикольно, что плащ ниндзя. Причем плащ это ж всего лишь маска. Эх, почти с одного удара. Так, что, ладно, что... А, здесь тоже есть сундучок. Я думал, тут выход. Шлем с квайером. Блин, нужно уже броню менять, потому что, мне кажется, это... моя устарела. Черт. Гр, твоя сестра в другом замке. Это ж уже была отсылочка у нас к Марио. Давай выбираться отсюда и искать новую... записочки, запчасти, зацепки. Все, что поможет нам найти нашу сестру. Мау? Что это было? Святые лапки. Где-то мы? Обнаружен Давакод. Запускает запись 2201. Говорит Алиус. Другие считают, что я должен записывать свои открытия, так что приступаю. Это человек. Было нелегко, но наконец мне удалось привить кошкам магию драконов. Я называю это создание Давакотами. Что это было? Давай уносим лапы отсюда. Это Дракот. Гр. Только посмейте это повторить. И твоя сестра заплатит за твою дерзость. Эй, постой, кто такой Айлиус? Пес, его побери. Придется пока побегать за его веревочкой. И немножко-немножко осталось для Апа. Значит, следующий дракон ждет нас в воде. Где бы еще найти эту воду? Найти эту воду. Уверен, в дозорной башне нам помогут. Хотел сказать вышка. Ай, это, блин. Давайте, ладно, сначала к мельнице сбегаем. Я смогу хотя бы туда попасть. Ну, по сути, я смогу попасть туда. А ну-ка, давай-ка. Хотя, а тут ничего нет. Уху-ху. Это был ваншот, ребята. Значит, следующий дракон ждет нас в воде. Где бы найти? Окей, 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 окей. Черт. Это значит пауза записи. Окей. Ты же настоящий Давакот, да? Самый настоящий. Ни один дракон перед нами не устоит. Я видел одного. Но чтобы до него добраться, придется научиться ходить по воде. Давайте я отмечу вам место на карте. Если возникнут проблемы, обращайтесь на любую дозорную вышку. Ого, Давакот? Если хочешь научиться ходить по воде, отправляйся к город. Кот город. Это к западу отсюда. Окей. Ну, в принципе, там уже где и дракон. Ну, давайте, ладно, докувыркаюсь туда. Они не очень такие сильные, в принципе, вот они тебя видят. Сначала ставят свой хер и потом атакуют. В принципе, это можно доджить легко. Уворачиваться от этого всего. А, вон, кажется, наш дракон. Так, Коктаун. Коктаун у нас где-то здесь. Так, 40 уровень. Ёшкин кот. Нет, нет, нет. Отстанет меня. Котовые поля. А вот наш кот-город.
посплю здесь, сохранюсь. Окей. Погнали. О, привет. Если захочешь поболтать со мной, приходи к доске заданий. А теперь брысь. Прогулка по воде. Принять. Срочно необходимо научиться ходить по воде. Требуется помощь. Губермаунтер. Вот оно. Вот как нам добраться до очередного дракона. Так, вы пришли по объявлению? Замурчательно. Мой первый помощник, Мур, занялся изучением возможности ходить по воде и пропал. Пропал? Да, у нас тут завелось огромное водяное чудовище. С ним надо покончить, оно уже поело всю нашу рыбу. Сломало все наши лодки. Вот и смысл жить в портовом городе, если тут ни лодок, ни рыбы. То есть, если мы найдем Мура, он сможет научить нас гулять по воде? Да, гулять по воде со мной. Ладно, напарник, пошли искать Мура. Так ты что же, Мура, алло? Здесь его нет. Пошли посмотрим где-нибудь еще. Но главное этого не загреть. Ох, кот вспомогающий. Куда мог запропаститься этот Мур? Погоди, я напал на весьма странный след. Она наверняка приведет нас к Муру. Следуй за следом. Ох ты ж я. След раздваивается. Ох, если бы только я мог понять, какой из двух следов верный. Хе. Отдали экран. Пойдем, который нам показывают. Оп. Поворот. Давай спросим горожане, не видели ли они Мура? Мур? Он отправился за запретные равнины 3 дня назад, но так и не вернулся. Мяу? 3 дня? Он с такими уже успехом может быть уже мертв. Поспешим. Запретные равнины. Хорошо, что они тут поблизости. Так, ребят. Нет, 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 не атакуй меня. Отстань. Мур, в чем твоя проблема? Шш, тише. А ты Мур? Шш. Шепот. Извини. Я изучаю, как эти чудовища держатся на воде. Ты тут уже 3 дня торчишь. Губермаунт посылал нас тебя искать. 3 дня? Мне пора бежать. До встречи в Катагороде. Ага, ага. Атакуйте меня, ага. Ну, знаете, ходить тоже по воде, это прикольно, мне кажется. Мы ускорим свое движение через воду. Чем вот это переходить вокруг города. Эх, чертовый дракон. Так, ребят, я здесь. На дракона показывают, окей. Слияние, поехали. Мне нужна помощь с хождением по воде. Встретимся у причала, Мур. Я застрял в доске объявлений. Я выбрался. Мне нужно, чтобы ты отнес эти ингредиенты к маугам и попросил их смешать. А почему ты не можешь это сделать сам? У них с Муром давние разногласия. Это все из-за кристалла для маука. Мауги сделали прототип хождения многие сделали прототип выдоходного заклинания, но нам так и не сработало. Оно так и не сработало. Я изучил их работу и понял, что смогу исправить его с помощью науки. А оказалось, эти мауги ненавидят науки. Шрёдингер, прости эти варваров. Шрёдингер. Ясно, понятно, мы это сделаем. Окей, погнали к маугам. Нигде не находится, мне аж интересно. Ой, ну не очень. А вот если бы я мог ходить по воде, я бы это быстрее же исправил. Типа просто оп, пробежал, и все готово. Ну ладно. Ну хотя бы так. Ш, видишь, бандиты. Зачем они здесь? Пошли посмотрим, может они нам удастся подкрасться и... Что? Удастся подкарулить их по одному? Ух ты ж, ёшкин кот.
Окей, готово. Готово. Ха-ха, эти бандиты и не заметили нашего появления. Опять странная музыка. Маук, ты там? Маук, ты избавил нас от бандитов, спасибо тебе. Они давно уже нас грабили и несли добычу Маугам с Гуэм. А вы не согласитесь смешать для нас эти ингредиенты в знак благодарности? Знакомый состав. А для чего тебе это надо? Это для Губермаунта. Да? Ну ладно. Маук протягивает вам флягу с зельем. Все, ништяк. Да ё-моё, ну отстань ты от меня. Самые противные вот это и... Ну, не овечки. Даже бараны. Ну, это самый противный. Он замораживает, а это бесит. Просто сильно бесит. Игра сохранена. Все, вы даете флягу с зельем Муру. Превосходно, теперь это много времени не займет. Замурчатина, вот тебе награда за труды. Это просто следопыта. Точно, что мне кошмар? Да хожу в одном и том же. Так, сортировка. Минус броня, но улучшает все. Фух. Ну, броня мне тоже нужна. Минус урон, минус хп, больше урона с руки. Вот это хороший шлем. Очень хороший. А, даже так. Одену его, буду с ним теперь ходить. Не, ну блин, этот красивый, но этот увеличит все. Ну, 10-15, ну, это разница большая, вы чё. По мечу что у нас? Время менять на топор. А, дерьмо. Голова, все говно. Погнали. Маги изгоем. Принять. Вынужден притаиться. Подбросьте у Гибермаунта. Подбросьте или попросите. Божечки-кошечки, что опять приключилось с Муром? Мауги и Сгуи узнали про секрет хождения по воде. Они хотят оставить его во имя магического превосходства. Ха. Мур? А чем мы можем помочь? Если они придут за Муром, мы должны спасти его хвост и лапы. Хвост и лапки. Блин, нужно сходить за водой. Мяу, это те самые Мауги и Сгуи? Так что, это еретик? Губермаунт нанял два кота. Шш, посмотрим, как ты с нами справишься. Когтик бой, напаурник. Ха. И что? Горите в аду. Все? Шерсть дыбом, напаурник. Дыбнул 6. Окей. Я виноват. Ну, у меня левел ап. Поэтому не страшно. Так, молния, огонь. Готово. Иди. Ну что? Котятки, чья взяла? Пес побери, у меня почти кончилась мана. И ты решил выбрать самую... херовую идею, да? Вы вызвали на меня этих? Ха. Этот котенок из гость сделал лапы. За ним. Ты что думаешь, от нас сбежать? Я не понимаю. Что? Вы серьезно за мной гонитесь? Тебе не уйти от нас. Отпустите меня, пожалуйста. Мы просто хотели сохранить кристалл для Маука. Сохранить? То есть Мур для своего... водохождение использует кристалл от маяка. Ага. Этот кристалл волшебный предмет. И его категорически нельзя использовать для науки.
Пес побери. Брысь с глаз наших. Брысь. Но Мур тоже неправильно сделал, потому что он взял магический кристалл, который используется для магии. Ну, как бы это магический предмет нельзя. Он не знает, что может произойти, какие последствия. Все готово. Для правильной реакции оно должно отстояться. Я сообщу, когда будет готово. Вот твоя награда. Спасибо. Доспехи. А теперь время и посмотреть на эти доспехи. То, что я думаю, это хорошая идея их взять себе. Так, доспехи. Да, вот это. Нет, это не то. Это тоже не то. Вот. Нет. Минус 9 брони. Ладно, сохранимся и время ходить по воде, ребята. Чудо. Прошла пора пройти по воде, Аки... Это... Боженька. Мы ждем тебя на причале, Губермаунтер. Отличные новости, зелье работает. А, ну раз уж для его изготовления был использован кристалл... Кристалл от маяка, то использовать... А, то воспользоваться им может только кот-волшебник. Фу, похоже, проверить зелье придется мне, да? Неважно, я уверен, Дава кот не откажется. Пройтись по воде? О, да! Замурчательно! Выходи на открытое место и выпей его. Вы выпиваете экспериментальное зелье. Вы научились ходить по воде. Вау, давай попробуем. Иди вперед. Боженьки-кошеньки, ты же идешь по воде. Ура! Так, а теперь мы можем грохнуть дракончика. Эй! А помнишь, Губермаун что-то говорил про чудовище, которое ломает лодки? Как насчет оказать ему услугу? А, так безбедно, парник. Ах ты, рыба, тунец. Где этот? Оу, черт. А, так. Охо-хо, возвращаемся с победой. И с апом левела. Эй, Губермаунт. Губермаунт, больше вас ваше морское чудовище никогда не потревожит. Молодец, моя рыба, твоя рыба. Возьми это как в награду. Мы всегда будем рады тебе увидеть. Рубашка Губермаунтера. Минус 40 мои, нихера себе. Ладно, напарник, пошли на дракона. Да, мы сейчас забьем этого дракона до смерти. Река Филигард. Оп, тихо, что это за зданица? Что это за доска? Западный лап, все-таки появилось здание. Открытие века. Ну, давайте грохнем дракона, а потом уже и пойдем, куда нам надо. Надеюсь, все получится. Нет, 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 только не вы. Только не вы снова. Ах, черт, самый тупой дракон. Ну ты издеваешься, дракон. Окей. Главное не дать ему себя ваншотнуть. Да черт тебя побери. Тихо. Готово. Фу-фу-фу. Мы просто на мили жизни как его убили. Мура, с еще одним покончено. Ледокрыл. И левел ап. Отлично, осталось всего один дракон. Вперед к дозорной вышке. Недалеко она там. Давайте как раз вот это супер открытие. А, точно! Там же должно... Или нет, мы же открыли ящик. Или нет? Западный лапс. Я же возвращался сюда. Окей. Из восточного лапса пришла просьба о помощи. Это касается моей сестры. Моя сестра использует привыкших к тунцу котов для проведения какого-то ритуала. Надо отправиться туда и узнать, в чем дело. Аж лапы от ужаса похолодели.
Махнолап, оставайся тут, мы сами справимся. А как же вышка? Может, я вышку сразу могу? Говорят, что странное существо из милиции может научить тебя летать. Это к северо-востоку отсюда. Тебе обязательно надо там побывать. Полет, ребята! Я смогу, черт тебе, побери, летать! И мне кажется, это будет еще быстрее передвигаться по нашей территории. Сначала я схожу нашей сестре. И я схожу к мельнице, и там, скорее всего, сохранюсь. Либо мы закончим все здесь и сейчас. Но сначала нужно закончить все это дело. Чтоб мне рыбы не съели. Это ритуал? Вибриса, ты что творишь? Что? Что происходит? Почему я в этом круге? Тебе не остановить меня, Давакот. Говорит нам кто-то из ее тела. Назад, на паурник. Сейчас что-то из этого круга выглядит. Мил, мы в ловушке. На вас три когти. Наконец-то. Как посмел драк заточить меня под землей. Повезло, что рядом был драконий заклинатель, которым можно управлять. Так, ты всего лишь игрушечная мышка драката. Как ты смеешь называть меня игрушкой? Я сейчас уничтожу этих котов на твоих глазах. Они сломали столько тунца. Подожди, они слопали столько тунца. Теперь они толстые и придадут мне сил. Мне не позволят этому случиться. Ага, ну попробуй. Готово. Ты мне только броню снес. Немножко хп. Только рычишь. А укусить слабо? Ты слабо видно. Все. Мы свободны. Спасибо. Вы замурчательны. Никакого больше тунца. Не знаю, что произошло, но ты нас спас. Мурси. Ух ты. Ты настоящий заклинатель драконов? Ты их чувствуешь? Дракон захватывает твой разум, чтобы спастись. Так вот, что произошло. Слава святым укотникам, что с тобой все хорошо, Вибриса. Братец, на тебе морды нет. Ты так переживал, наверное. Теперь все хорошо, Вибриса, и все благодаря им. Спасибо, сэр Давакот. Возьмите. Лоуд, возьмите. Одежда ниндзя. Ну, минус броня. Надо проверить, как ты, Вибриса. Видимо, драконы пробудили заклинателей драконов. Еще одна проблема, с которой придется разбираться из-за этого драката. Но мы с вами справились. В смысле, я уже базарил насчет мельницы. Алло. Алло. Алле. Окей. Держу в курсе. Катозера. Ладно, вернусь опять к тому челу, поговорю с ним. Ну, я уже с ним говорил насчет этого. Ой. Дракон здесь, за этим горами. Но если ты не умеешь летать, тебе до туда не добраться. А, ну и все, здесь типа он рассказывает все. Просто мы приостановили сюжетную линию, я понял. Окей. Ну, нам показывают, но нам нужно идти к мельнице. Мы дойдем с вами к... Да, мне плевать на ваши шипы. У меня слишком много хп. И мы дойдем до мельницы. А что там? О, там еще один этот. То, что нам нужно. О, кошаки хилятся. Ходят слухи, что в мельнице творится что-то странное. Некое существо хочет научить котов летать. Ну погнали, тоже научимся, что мы. Фу. Главное, чтобы мне вот эти херни расшатнули. Поспим. Игра сохранена. Летучий куст. 30-й! Найдите меня, если...
поможете, я научу вас летать. Летать? За правду? Святый Суруми, бежим! Ну, мы в следующей серии с вами поговорим с кустом. Как бы это было ни странно. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья! До новых видео. Всем пока!